что, какая необычная локация. И здесь у меня загрузка. Состояние у всех разное. Ну что, посмотрим. Первый буду загонять Пола. Ну что, посмотрим, заведется ли это. Малышка. $93,000. Вполне себе, блин, уже пробег серьезный. Так, документы есть, все отлично. Комплектация еще имеется. Че, погнали.
красная такая. Так, все, глушим. Сейчас забираем тогда Фиесту. Или Фокус. По-моему, Фиеста. Вот. Загоняю ее. Потом сверху два больших кроссовера. И начнем снизу составлять. Или Фокус. Короче, если не прав, поправьте в комментариях, не забывайте. Thanks. Поехали. 70 тысяч пробег. Это уже без химчистки. Вся грязненькая. Сзади колеса. Зимняя резина, наверное. Или летняя, не обратил внимания. Верхний ряд уже загружен. Наверх поставил Kia и Hyundai. Так, ну что, сейчас будем загонять на низ. Первый поставлю 500-го Fiat'а за кабину передом. Ну и назад поставлю А4-ю универсальчик. Ну что, пошли за Fiat. Прикольная штука. Опа. И у нас уже Fiat. Кабриолет 500-й. Ух, поедем так, покайфуем. Я загрузил уже автовоз. Осталась одна машина, ее забрать. И можем ехать в Голландию на выгрузку. Капец, приехал на вторую загрузку. Блин, такой дождь тут, капец. Хорошо, что не сейчас обед. Я могу сам покушать. Надеюсь, он закончится. Ох, ёшки. Тигуан сгорел. А, Тигуан. Какой-то Тигуан. Тауран. Ну так вот, и теперь посмотрим, какая здесь просто. Сгорела тачка, просто взяла и сгорела. Ё-моё, капец. Приехал на выгрузку к 7 утра. Думаю, буду самый первый. Не тут-то было. Ребята уже с ночи стоят, вот эти слева. Впереди заезд в линию вот занят. Так что буду ждать, когда освободится место. Передо мной вот литовская машина. Он разгрузится, потом уже и я буду заезжать. Сегодня есть загрузка, три места, три загрузки и выгрузка в Праге. Так что продолжение будет со Шротом. Бэушные машины тема. Первый ряд уже освободил от ремней, упоров. Жду, когда пригласят выгружать. Так, так, так. Аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько. Ну вот сейчас должен жахнуть одного. Да, все, садится. Но губа нижняя заедет. Нормально, ничего страшного. Хорошо. Да, да, да. Итак, у коллеги на старом Мерседесе случилась беда. Лопнула гидравлика, шланг гидравлики на поднятие с этой площадки. И сейчас будем поднимать все вручную за счет второго этажа. Посмотрим, что из этого выйдет.
коллега из Беларуси, из нашей компании. Всем привет. Ну что, начнем. Что, пробуем? Винты пошли вверх. Трапы поднимаем. Она не хочет вставать. Ремень сорвался. Ремень сорвался с левого, по-моему, да? Да, да, ремень. Операция по спасению. Вниз подать! Вниз опустить! Да, масло капает. Или не масло. Так, винты пошли вверх. Так, площадка начинает подниматься. Отлично. А, видишь, трещотку здесь ебашит в эту, или нет? Нет, нет. А, не, не цепляет. Хватит, по-моему, да, выехать? Да. Конструкция не сильно надежная, но хоть какое-то решение. Итак, вот вам опыт эксплуатации старой установки. Попробуем съехать. Отлично. Отлично. Супер, тут проходишь. Ну, чуть-чуть протрешь. Ничего страшного. Пошла. Отличненько. Ну вот такая была конструкция применена для спасения машины. А я ожидаю еще выгрузки. Так, Subaru вчера заводился, а сегодня он отрыгнул. Попробуем. Надо заведем с бустера. Ох, начинается движняк. Где же лапка? А вот и лапка в сторону. Так, будем пробовать завести бродягу. Так, надеюсь, не перепутаю. Красный минус, черный плюс. Все как полагается. А где тут пуск, запуск? Ну ладно, вроде дача должна работать. Опа! Хер там отхлёбывает. Поправь бустер! Есть? Шевели! Нету. Оп. Вообще мертвый. Не, вообще мертвый. А он включен вообще как-то, нет? А, какая хитрая система. Ну, блин, во придумывают голландцы, красавцы. Короче, без какого-то ключа просто не включается бустер. Ну, дают. Так, начинаем выдвигаться. Закрой капот, сеньор. Сеньор Помидор. Классный парень из Беларуси.
Фарен-фарен. Полетели. У меня выгрузка уже закончена. Я сложил установку. Коллега из Беларуси. Первый ряд сигнал нижний. Посмотрим. Что ему осталось? Ему осталось сигнать две машины на прицепе. И две машины на тягаче. Один из них Mercedes. Очень даже нарядненький. Какое печальное состояние, да, ну нахуй. Ты чё, самого побил, что ли? Я был злой. Ах. Потому что нет солнца. Я люблю солнце. Капец. Даже фонарь разбил. Ё, ну как ты поедешь без фонарей теперь? Нога отлично. Давай съезжаем, съезжаем. Ого. Нормальненько ты тут так. Отлично, отлично. Все супер. Блин, какое же бедолажное состояние. Это просто капец. Ставь первую линию. Даю добро. Ну что скажешь, как едет? Нормально? Хорошая бричка. Еще будет зарабатывать деньги, да? Я понял тебя. Так, ну что, мне отдали ЦМР. Да-да, все, ЦМР отдали. Не, ну пока вроде не выгоняют. Все нормально, без замечаний. Все тип-топ. Все для подписчиков. И не забываем ставить лайк, писать комментарий и помогать. Вот правильно. Проблему надо закрывать. За одну такую штуку можно попасть куда-нибудь. А? Ну, мода. Слушай, ну 200 евро типа за нее говорят, дают в плечи. Да блин, ты просто можешь на каком-то легковую этого все уронить. Это вообще будет потом пипец. Ну лучше же потерять чего-нибудь. Да. Блин, ну вроде не выгоняет. Еще можно постоять. Побалдеть, пацанами побалдеть. Ох, блин, какая V8. Нарядная. Как говорит Витя. Я бы сказал, как говорит Витя. Ну что, меня выгоняют, сказали. Выгрузился, значит, и уезжай дальше загружаться, дальше работать. Ну, так хорошо, поедем. Загрузку имею. Поедем загружать. И дальше. Так, ребята, не забываем, подписываемся, ставим лайки, пишем комментарии. В общем, по максималочке. Все самое интересное еще впереди.